Иди у мамки забери, скорее. Забери зайчика. Радочка. Зайчик. Вот умничка. Зайчик, зайчик, попрыгайчик. Иди у мамы забери игрушку. О! Не дам, сказала Форта. Не дам. О, воспитательный момент. Все, мамка забрала. Вот молодец, Форта. Теперь Рада не заберет у нее. Ты проворонила свою игрушку. Она у тебя была, бегала с ней. Да. И все, бросила? Да. Ну, ты забрала. Зато Форте подфартила. Форте да. Подфартила. Да, действительно, глаза у нее темнее, чем у Форте. Да. У них должны быть темные глаза, которые не выделяются, миндалевидной формы, то есть не круглые в немецкой овчарке. Вот у Радочки они темненькие, миндалевидной формы. Да, да, да. А у Форточки они более круглые, да, и более светлые. Да. То есть уже Радочка ближе к стандарту. Угу. И очень хороший характер у нее. Он так смотрит на мамку, думает, хитрая, сейчас ты отвернешься, и все. И все. И будет все. Большая такая Форта. Умнички.